всем путешественникам посвящается. Еду через горы, вот велосипедисты, машины, такой лесной, горно-лесной серпантин. Перебираюсь через горы, сейчас приеду на побережье, океан. Тихого, хотел сказать Атлантического, Тихого океана. Просто решил заснять участок пути. Горные дороги, как серпантин. Ну, как, в принципе, как и у любого побережья, хоть опять же на Черном море такие же серпантины. Такие же серпантины. Ага, вот тут какая-то смотровая площадка. Там вообще весь, не знаю, километры. Там, это, короче, ладно, не буду останавливаться. Видно там вообще на десятки километров дать полуостров. Ну ладно, еду дальше. Кстати, ноябрь месяц, погода летняя. Ну, как говорится, против солнца камеру засветило. Ага. Ну ладно, всем путешественникам посвящается.